подарок для наших молодых и не только молодых спортсменов. Я надеюсь, что вот этот великолепный физкультурный комплекс, он будет служить местом занятий не только для нашего подрастающего поколения, но уже и для взрослых ребят и также их родителей. Ну вот, хочу сказать, ребята, что вот этот физкультурный комплекс был построен по программе «Спорт». Как он правильно у нас называется, Дим? Физкультура и спорта, да. Программа физкультуры и спорта Российской Федерации. И мы, когда определяли места расположения этих клубов, поняли, что обязательно нам нужен в Алексин. Алексин у нас развивающийся город. Город, который имеет серьезные, хорошие перспективы. Город с хорошими, сильными традициями. И, конечно же, очень важно, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. А чтобы было здоровое тело, нужно иметь место, где вы могли бы заниматься. Поэтому здесь мы постараемся сделать такой мини-спортивный кластер. То есть вот первое — это закрытый ФОП. Плюс мы еще в дальнейшем благоустроим в этом году и поставим здесь дополнительные спортивные площадки, которые будут для улицы, чтобы здесь могли заниматься ребята всеми видами спорта. И футболом, и хоккеем, и баскетболом, и волейболом, и борьбой. Чтобы он действительно было место такое, куда бы алексинцы могли приезжать и отдыхать. Ну, а вам всем желаю успехов в спорте, в учебе. Ну и поздравляю вас, конечно, всех с наступающим праздником, Днем Великой Победы. И это действительно очень важный праздник. И вот строительство этого комплекса – это тоже наша маленькая с вами победа. Да? Победа в будущих достижениях. И это тоже начало. С праздником вас! На самом деле мы, как договаривались, 14 ФОКов в нашей программе мы откроем, плюс 2 ФОКа по программе «Газпром детям» у нас строится, Ленинский район и Щукинский район. Тоже мы в этом году эти 2 ФОКа завершим. И дальше будем настойчиво требовать от министра спорта России увеличивать программу, как мы изначально планировали, до 21 ФОКа. То есть еще плюс 7 ФОКов. Мы понимаем, что есть сложности определенные по финансированию, но не только у нас, но в том числе и у Федерации. Но задачи перед нами стоят серьезные, и для нас развитие физкультуры и спорта – это, ну, задача, одна из приоритетных задач. И когда мы говорим с вами о вопросах демографии, то мамочки и родители должны знать, куда ребенок может пойти потом позаниматься. Ну и потом сами видите, в общем-то, вы же были со мной на этом месте, вы помните, что это такой медвежий угол был, да, забытое место. А сейчас, в принципе, ну тут еще и предстоит определенная работа, то есть по благоустройству, вообще есть чем заниматься. Но это будет совершенно другое место. Наше будущее.